26 января 2016 года. Уля на косынке. Так. Вот прудик. Вот. Такое ощущение, как будто удочка стоит. Нет, это косынка. Ну что, рыбалка удается? А рыбалка вот такая. Супер. Так, сейчас покажем, как. Это вот достали с первого раза. Ну что? Ну попробуем. Покажем людям, как рыбу надо ловить. Ну давай посмотрим, может что-то уже зацепилось. Да. Вытягиваю, короче, полностью вот этот вот шнур, Серега, на себя полностью. Потому что она почти вертикально до дна достает. Ну что, хвастайся. Тяни на себя. Этот пока весь не трогай. Этот полностью тяни. Вытягивай. Тяни полностью вертикально, пока не увидишь его в лунке. Вот, увидел. Давай, потихонечку начинай вытаскивать. Давай, 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 тяни. Тяни, тяни, сы, тяни. Давай, 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 давай. О, вот это удалось, наверное, да, рыбалочка? Ля, ля, подожди. Какая красота. Супер, да? Вот так вот. Ну давай, распутывай. Вот второй на подходе. Ты потом оставишь, я их сам позади сам закину, ладно? Рыбу выпутай. Все самодельное. Вчера поехали, были косынки, ячейка 20-25, но на такую вот красоту, это карпик грамм, не знаю, до 300, попадается выше, до килограмма. Вот пришлось ночью соорудить уже с ячейка 40. Это уже более результативно. Это не удочки, это косынки. Тоже в самом углу стоят. Ой-ой-ой, не черепи душу. Пропускай через ячейку, Сергей. Да что-то у него башка большая. А, ну тогда да. Окуньки попадаются. На удочку сидели, мелочь. Мотыля дергает так, что судачок мелкий, а окунь. Ну, это не серьезно. Так что было принято решение, так сказать, полубраконьерным способом. Глубина здесь приличная, 3 метра под нами. Лед минимальный. Сантиметров 5, наверное, 6. Ну, не скрипит ничего, нормально. Ну, за полчаса, я думаю, это хороший улов. Да, Серёга? Да. Зеркальная половина. Поплавок ходит, сейчас покажу. Просто надо видеть это просто что-то. От такого зрелища адреналин поднимается.
Он крайне тоже что-то, Серег, уже ходуном входит. Да, там тоже что-то есть. Ну что, этот, я уже потом их позакидываю. Ну, да. Так же само тяни. Ну, показываю народные средства. Что-то, что-то тяжеловасненько. Давай, 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 давай. Ух, ух ты, хороший да, какой лябь, под килограммчик. Ух, красота ты шо. А ну подожди, дай я его засниму. Ой, какой карп, а? Просто бомба, да? Слушай, ну шикарный просто карп, реально какой. Ой, какой красивый. Ну вообще класс. Так, ну как-то так.